Каток в каждый двор. К предстоящему зимнему сезону в Саратове планируется подготовить 163 спортивных сооружения. Для горожан будут работать 7 централизованных катков, 39 хоккейных коробок и 30 ледовых площадок. Где уже можно покататься на коньках, узнала наша съемочная группа. Холодная вода под сильным напором прямо из шланга. Никаких машин и специализированных приспособлений для этого не требуется. Так заливают каток на Театральной площади. За процессом с интересом наблюдают жители города. Многие из них посещали этот каток еще прошлой зимой. Общая тенденция показывает, что с каждым годом к занятиям спортом приобщаются все больше жителей Саратова. Так за прошедшую зиму катки и ледовые площадки посетило более 140 тысяч жителей. Каждый год я жду с нетерпением, когда у нас уже откроется зимний сезон. И на самом деле я очень рада, что у нас есть возможность кататься на большом количестве ледовых площадок. У нас ведется такая большая пропаганда здорового образа жизни. Большое спасибо за это главе нашего города Олегу Грищенко. Городские власти делают все возможное, чтобы жители Саратова могли качественно использовать для здоровья и заниматься спортом. Кроме катков и ледовых площадок, для горожан будут созданы и лыжные базы. Функционировать они начнут после выпадения достаточного слоя снега. Некоторые катки уже работают. Кроме централизованных катков, залит будет лед во дворах практически всех школ города. В настоящее время у нас на территории города Саратова, в принципе, будет функционировать 7 катков массового катания. Запланировано 15 лыжных баз, также это 30 ледовых площадок, это 39 хоккейных коробок и 79 площадок для зимнего футбола. Прокат коньков будет осуществляться на 6 катках и 25 хоккейных коробках. Для жителей города в прокате коньков уже заготовлено 2410 пар. Анастасия Куклева, Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.